вот туда. А это плитка, да? Еще есть, я думал, уже нет этой плитки. Такая испанская плитка. Продается где-то. Так, подъезжаем. Па-пам-па-пам, что хотят. Айте, айте, the park is open? Yes, it's open. How many are you? Three. Welcome. Thank you. Так, спросили, сколько нас человек, а мы 2 плюс 1, равно 3. А вот какие черепашки. Ничего интересного. Ладно, я уже снимаю. Я уже думал, мы уже на сафари, да? За барьер заехали, все увидели. До оплаты и назад. Слушай, на самом деле очень давно были, я тоже уже ничего не помню. Я помню, вначале там будет какой-то большой шатер будет. Там всякая сувенирка продается, помнишь? И потом черепаха. Сюда идти надо. Да. Потом большие черепахи. А бывает здесь животные тоже уже. Вот, что-то переливается вода. Не, вот здесь тоже бывает, жирафы ходят. А, жирафы, да, бывают ближе. Да, ходят. Короче, туристическая аттракция. Аттракция, да. Точно какая-то. Аттракция. Аттракция. Надо, чтобы этих туристов не съели, там бегемоты не прыгали. Вот бегемоты, да, опасные животные. Вы же понимаете, что это парк частный. Это они как Виппинг Ридж, они схитрили. Они одни из первых просекли фишку. Сколько у тебя 1000 акров, чтобы налог не платить. Типа сейчас не нужно им, они сделали парк. Когда-нибудь понадобится слово, что-нибудь другое. Слово. Animals. Но где тут? Нет у нас animals. Как нету? Здесь могут. Уже бывают? А, я помню, были такие антилопы. Всякие, даже жирафы ходят, что ты говорил. Они тут везде ходят. Так что ты медленнее едете, во-первых, может, мало ли кого пропустим. Я знаю. Да, какие-то тут еще другие были, кто-то антилопы, да? Я могу снять это ремень? Можешь, можешь. О, какой карьер тут. Где там это, натура, там и карьер на другой. Натура? Нейча. Нейча. А на русском? Природа. Натура. Еще обезьяны тут. На одной стороне природа, на другой каньон. Он обезьян уже тут? Карьер. Карьер, да. Так и бывает. Короче, люди все это, ну, тут покрыли уже своим. Мы приехали не самое идеальное время, видимо. Чуть-чуть раньше надо было. Нет, ну, вот людей много. 11 часов они мы пропустили, видишь, самое этот. Жираф. Да, жираф. Мы же не кормили, что ли, жираф? А где парковка? Вот, жираф не хочется кормить, раз. Они потом тебя еще отбивают. Ладно, проверяйте жирафа, а я пойду куплю билетики. Вон написано, покупайте билетики здесь. Кстати, тут немного прохладнее, потому что очень много растительности. Не так жарко. Тишина, покой. Ладно, тут... Что тут пишут? Билетики покупайте тут. Покупайте тут. Короче, с учетом того, что мы резиденты, получилось 1200 шиллингов. Это чуть меньше 10 долларов за всех. Это я, Аля и Никита. Так. Наличными они не любят, поэтому плачу через телефон. Ну, наверное, к лучшему. Дойдут деньги до адресата. You need to write down? Так, обычно начинают с жирафов. Мы пришли, они уже, в принципе, закончили кормежку. Самим. Вы покормили, да, сами? Да. Вот Аля с Никитой покормили, но даже ладно. Никита, остальные уже ушли, поэтому я снять особо не могу. Они обрезаны, короче. Да, Никита говорит, шершавые языки, большие, страшно. Ну, короче, вот тут вот обычно подходите, здесь буферная зона, здесь вы стоите и как бы кормите их. Смотри, как это фото как будто делают. Замерли, да. Стали. Групповое фото. Групповое фото. А что, они видят, что ничего нет? Вот я руку протяну, мне
Нет, не реагируют. Они, они знают. Да почему они прям встали? Смотри. Не знаю. Просто в тенечке, да, встали? Позируют, да. Правда, они еще прям стоят. Это как бы все довольно близко. Они на меня происходит. Вот они, вот и мы. Бывает еще ближе, они прям гуляют. Ну, они обычно сюда прям доходят, да. И прямо из руки кушают. Никит, ну а ты что давал им? Вкусно. Вкусненькие. Да? Давайте вот. Пойдем. А еще здесь мартышки. Пойдем, Никит. И они подбирают все, что из рук валится. Давай сюда, давай сюда. Короче, они санитары леса. Все съедают, все, все что плохо лежит. Все, ребят, поснимала вас, я ухожу. Ну, хоть как-то кивните там, помашите ручкой. Развлеките публику. Не, Никита. Ладно, пойдемте дальше. Смотри, какая ракушка красивая. Она что, натуральная, Саша? Да, да. Красиво. Ничего себе. Какой моллюск. А какой же там был жемчуг? Да поставь на... А, ты хочешь помыть ее? Короче, купили при входе такой отвратительного вида магазинчик был, но пришлось купить воды, чтобы там от жажды не помереть. У меня-то выдержка большая. Я не очень хочу идти в женский туалет туда. Алевтина, как-то мне не очень комфортно. На раковине оставишь? Вот. У меня выдержка большая, а вот Никита начнет конючить. Хочу пить, поэтому в итоге, хоть и вдва дорого, но маленькую 0,5 водичку с собой поносим, да? Давай садись, лавочка такая для, для старичков. Отдыхаем. Э? Или пойдем пока черепаху искать? Черепаху? Да. Хотел воды? Носи. Я могу пить? Пить? Обязательно, если сможешь открыть. Давай, сейчас а будем черепах будем искать. Ну там надо в мусорку, куда? Тут нельзя бросать. Куда-куда. Да. Угу. Надо было думать. О, пойдем мы ее. Пойдем мы ее погладим. Черепаха-тортилла. Так. Ты главное никакой змеи не найди по пути. Шалом. Ну, главное, чтобы тебя не укусило. Нормально. Главное, руку не суй в этот. Так, как бы ее, чтобы ее видно было на видео получше. И не переживай, я меня даже подписчики называют зоозащитником. Так что тебе ничего не грозит. Как дела? Как тебя почесать? Так вот. Ой, папа, ой, папа. Нет, вот так она. Вот если она видит, что ты добрый, она ничего не будет это. Вот. Погладьте тоже. Так, сзади я так. Да, да, сзади. Сзади надо. Вот она же. Вот она, видит, что ты добрый, тогда нормально. Ты спереди стал, ты чуть боком, и ты руку сзади. Давай, давай. Я хочу, чтобы она не страшно вкусила. Ну вот и бери ее, не будет она так страшно. Давай, давай, вот. И дальше так вот за вот тут по шейке можешь даже чуть помассажировать даже. Не, давай. А? Все, страшно слишком. Да не страшно, смотри. Вот, вот так делаешь. Вот. А еще вот так, можно по шейке. Страшно, страшно. Вот так. Я чуть-чуть погладил. Вот это пальма, смотрите. Вверх. Вверх, 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 вверх. Вот это да. Это Бурж-Халифа, а не просто пальма. Там. Вторую. Мусорку выбросим. Вот мусорка. Это ресепшн здесь. Регистрируйтесь. Потом уже дальше гуляйте. Так. Короче, мы зарегистрировались, что мы пришли. А вот такой шатер. Не знаю, на случай дождя или слишком жарко. Можно тут немного передохнуть. А вот это, не знаю, вообще похоже на
Как будто здесь можно и костер делать. Хотя, нет, наверное, я ошибаюсь. Все-таки в таком деревянном делать костер. Вот тут сейчас рыбки запустили, вот тут какие-то мальки. Мальки тусуются. Вот, ну. Ну что, нашли? Вот слева от этого. Вау. Какое дерево. Это как будто не дерево, а ансамбль. Такое дерево знаний. О, их две. Ё-моё. А ну-ка, двиньте, пожалуйста, чуть назад. Давай метр назад, давай, иди сюда. Ты меня дергаешь. Саш, нельзя их снимать так близко. Я их не отвлекаю. Нет, ты без того не делаешь. Ладно, чуть назад, Саш, вот что? Отойдем. Вот. Так. Продолжаем гулять. Написано крокодилы здесь. Никит, ну где? Аллигатора нашел? Нету? Они нам все спят. Может, кинешь камень? Вон, на той стороне лежат, а вы говорите. Как камни, они спрятались. Вот, смотрите. Так, а как тут увеличить? Вот. Смотрите. Вот один родимый. Сейчас еще найдем. Они, да. Мастера маскировки. Воу, воу. Изи, что-то мы... Да, они чуть-чуть решили подраться. Ну давай, давай, я ж только подошел, а. Угу. Спасибо. А вот лежит, а вы прямо... Никто не увидел его. Он расстроен. Он говорит, я прямо тут лежу. Прям рядом. А вы, а вам никакого интереса на меня нет? Да интересно посмотреть, как крокодилы кушают. Ты живой, товарищ? Да, очень живой. А что он такой плоский, как это лепёхка? Плоский, он что, лёг такой, у него лапа там. Вот эти не такие плоские, смотри, вот эти на вид. Где-то тоже такой. Не знаю, какие они плоские. Я знаю, что... Жаль, что они не двигаются активно. Я вижу, что они... Хвосты какие у них жирные. Посмотри, какой хвост у него страшный. Что у него в этом хвосте? Зачем он такой хвост? Там какие-то хрящи, я теперь снимаю. Ой, да вот. Он только просто, он даже не почувствовал ничего. Вот, вздохнул хоть. Вздохнул. А что, задышал? Хорошо. Вау, 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 опять. Ой, я все пропускаю. Там какая-то... Вау, 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 вау. Вот иди отсюда, не мешай мне. Он заставил его пошевелиться. Заставил пошевелиться, а я пропустил. Он к нам плывет. Слушай, плывет. Иди сюда, товарищ. Смотри, какой динамичный у нас тут движуха. У нас тут движуха. Иди сюда, попить дадим. Да, он уже попил. Ну. Он говорит, я сегодня говорит, такой, говорит, этот гиперактивный. Всем предстает. Ого. Он тут прям не... А тут такой крупный, тут огромный. У хвостов, смотрите, хвостов шевелит. Он все еще... Никит, динозавр этот. Не успокоился. Куда ты поднимаешь ногу? Хочешь к динозаврам этим? Динозавр. Вот зубы. Несу я руки? Нет, я зубы только смотрю, вот они. Отлично. О, вот там еще есть большой крупный, тоже рядом лежит. Пойдемте вперед. Ой, этот дальше хвостом. Этот все что-то там задумал. Ой, вау, он двигается. Он двигается. Что он задумал? Ах ты хитрый, а? Он увидит, что мы видим, он сразу назад. Вот он. Сушит свои. О, вот под водой. Ой, он огромный. Он огромный. Мать, я не того, я правда этого говорил. И какого? Вот тут лежит. А вот, вот это вообще вот большой. Вот это же огромный, посмотрите. Это какой-то... Он просто как машина наша. Очень о, большой. Вот этот под водой? Да. Я думала про те. Хочу, чтобы вылез он. А это все замер, замер у него во рту. Это замер, да. Woo!
Так, я немножко отстал. Надо догонять, а то останусь один. Крокодилы съедят меня. Их-то не съедят. Он боится. Что ли такой пупсик? Что ли такой пупсик? Ну, что стесняться? Сколько тебе лет? Совсем малыш? Да, вот для любителей эксерсайза. Вот такая лестница. Так, после крокодилов потом рыбная ферма. Не знаю, что в этом интересного для туристов. Никакой экзотической рыбы, по-моему, там не было. Обычная какая-то речная рыба в таких чанах разводят, продают ее, едят. Короче, так. Они под шумок решили это нам продать, как будто это еще такое развлечение экзотическое. Ну ладно. Чем богато, тем и рада. Ну где? Вот, они много. Ну не так прям много, конечно. Ничего не видно, да. Ну, обычная рыба. Я так понимаю, мы зашли в самую такую ходовую часть парка, где пешком ходишь. Не было, да? Ну вот, не знаю, было, не было. Вот сейчас такие дорожки бетонные. Ручеек. Не знаю, кого-то, может, найдем тут. Ой, мне кажется, это бегемоты. Вот так открыто будут держать бегемотов? Нет, вон там, за той стеной, гиппопотамы. Бегемотов обычно нелегко увидеть. Они, если там жарко, или они уже покушали, они... Да, плюс у них большой загон, они там где-то далеко, может, прячутся. Так что, если издалека увидим в озере, будем рады. Не видно. Сейчас отсюда чуть обойдем. Попробуем найти. Птичек-то я вижу. А где бегемот? Вот давай сюда чуть обойдем. Угу. 4 часа, по-моему, да, они выходят? Да. Бегемотов, как и ожидали, мы не увидели. Вот такое у них озеро симпатичное, мелкое. И здесь у них вот выход, такая полянка тут. Ну, короче, у них несколько выходов. Иногда их видно чуть-чуть. И есть время, когда их кормят. Вот, но в то время у них и легче всего найти. Короче, ладно. На нет, а сюда нет. Что еще здесь есть? Да, павильон бабочек. Он существует еще? Сейчас узнаем. А. А, стена и вот африканская природа, смотрите, какая живучая. Дерево прямо опустило корни, чтобы дойти до земли, прямо обвило. Корневая система обвила эту стену. И пустила и туда, и сюда. Ляпота. Вот тоже. И чё? А, там внутрь надо заходить или что? Да. Да ну тач, лин. Там же парк. Такой для бабочек. Так, это... Экзит это. Вот энтри. То есть прям заходим и все? Да. Написано, заходите и дверь. За собой закрывайте, забегаем и дверь закрываем. Какие-то бабочки выродились. Где? Так, это какие-то бабочки. Я хочу живых бабочек. Где живые бабочки? Что я не вижу. У нас возле дома больше бабочек. Обман. Нет, это какой-то... Да, но это вся одной... Это вся одной породы. Вот еще бело-черная. Я чуть не видел бело-черную. Рыженьких много. Я когда гуляла в парке... Это какой-то кенийский обман. Кенийский обман. А вот... А, это... а потому что цветочков очень мало. Для бабочек... А вот они сели тут, вот смотрите.
Им повесили такой этот... Вкусняшки повесили. Лимоны. Но они все или мандарины. Да, вот они тут сели. Рыженькие. Пьют. Смотри, они апельсинки кушают. Ну, не кит. Ну, зачем? Ну, ё-моё. Вот зачем ты это сделал? Семён Семёныч, зачем ты это сделал? Ну, влетаем. Ну, почему они хотят? Вот, видишь? Пьют они, кушают. Вот же выход. Да, он же... А ты проверял его? Да. Ну, ладно. А, ну... а может быть, вход бесплатно, выход платно? Алло, откройте. Не знаю, будешь ты с бабочками жить. Откройте. Да. Поможешь мне поднять? Подними, мальчик, иди, Саша. Поможешь ты мне поднять? Пойду. Ну, ты смотри. Не упади туда, говорю, ну, чуть ножки опусти. Ах, тут он так бур-бур-бур делает. Да, вот один, а вот еще один гуляет. Мониторчики, он лег, видишь, прямо на это, как подушку использовал. И все, да. Я такие черепахи где-то видел. А эти черепахи вытянулись, как в солярии. Видел? Видел, ноги вытянули, как черепахи. А вон, смотри, плывет даже одна. А вот тут плывет одна. Я потом на видео покажу, вот тут. Ну, сейчас, а так она же двигалась смешно, лапками. Чуть покрупнее. Красивый. Что он там? Дергается, спит что ли? Или так? Чешется? Как динозавр. Ага. Голова у него. Тут там его кусает или что-то у него там торчит такое? А! У него попало. Мать, у него в глазик попало. Что-то. Что? Ё-ма. Все, вылезло, надеюсь. У него попала палочка в глазик. Все, выскочила. Ё-ма. Он наткнулся, он у него торчала прям это палочка. Маму зовет. Вау! Кстати, змей много, но вот этот отдельно мне. Зато их кормить, Никита, надо. Приглянулся, да, замучишь, покормить его. Нет, раз в месяц. А, раз в месяц? Да. Ну, у соседа раз в месяц у соседа кошку украл. И все, отдыхает очень потом. Очень удобные животные. Они очень просто... удобный какой. Ну, покупай. Вот он поел, да. И так вот это будет наш следующий питомец. Ой, наверное, ему так грустно. Я вот это не люблю. Это зачем грустно. Они так... Ну, что это так, кстати, так, вот эти такой штуки. Смотрите, да. Саша. А? Ну, что, разобьем стекло? Я не могу его выпустить, да. Слушай, друг, ты, может, пока не ходи туда, а? Там. Дай им побыть наедине чуть-чуть. Давай тут с тобой посидим, пообщаемся пока. Шашки, нарды поиграем. Ну, дай им чуть эту приватности. Hey.